Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня пятница, значит, с вами игра «Думай, знай, познавай» «Суперблиц». Ее ведущий Кирилл Махров. Мы подготовили 5 необычных вопросов. А почему необычных? Потому что у нас недавно были выборы. И мы сейчас будем задавать вопросы касаемо выборов. Пойдем задавать. Здрасте, представьтесь, пожалуйста. Данил. Ксения. Очень приятно, меня Кирилл зовут. Ну что ж, 5 вопросов всего. Поочередно задаю, придумываете ответ на каждый и оцениваете свой ответ. Минимум в 1 балл, максимум в 5. Ваша задача набрать 15 баллов. Желаю удачи. Ну что ж, первый вопрос. Назовите российского политика, который чаще остальных участвовал в президентских выборах в России на данный момент. Жириновский. Ну, давай попробуем. Жириновский? Ну, как вариант. Оцените. От 1 до 5. 2. Да, 2. 2. Это правильно, действительно, это Владимир Вольфович Жириновский. Ну, вам надо 15, если так уверены. Ну, что ж, можете и больше сразу ставить. Второй вопрос. Эту кампанию проводят практически все люди, желающие быть избранными на выборах. Эту кампанию проводят практически все люди, желающие быть избранными на выборах. Ну вот смотрите, вот вы захотите стать депутатом. Какую вы будете кампанию проводить? Ну, в плане ЛДПР вот этого? Нет? Ну неважно, от какой партии? ЛДПР, допустим. Ну нет, это партия. Как она называется, эта кампания, которую проводит каждый участник? Вот он там проводит всякие праймерисы, потом всякие встречи с избирателями и все. Что это входит в рамках его? Как это называется? Какая кампания? Уверен, что вы это все знаете. Политическая. Ну, а как она по-другому? Ну, если выборы. Избирательная. Ну, почти. Синоним. Ну, не синоним, а, скажем так, другим словом. Но все очень просто. Кампания перед выборами. Какая может быть кампания? Сложно. Даже с выборами связано. Ну как? Какая у нас кампания перед выборами? Без понятия. Да, ну тоже. Ну, будем так считать, на 1 балл – это предвыборная кампания. Следующее. Как называется место, имеющее свой номер, на котором происходит голосование? Вот избирательный. Пункт. Вот, а как он еще называется, как правильно называется? Избирательный. Это тоже что-то легкое, да? Абсолютно. Избирательное вот место, представляете, вот допустим, там вот. Ну, вот он называется немножко по-другому. Объект, ну да, 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 но только вот правильно, как он называется? Избирательный. Это он? Ну, мужского рода. Первая буква. У. Участок. Ну, я же вам подсказал. Хорошо. Зачтем вам это. Итак, будем считать, что это 5 баллов. 6 баллов в вашем активе. Дальше, поехали. Историки утверждают, что первые выборы на Руси произошли в Новгороде в 862 году. Какой вопрос был вынесен на голосование? Исторический вопрос. Что у нас в 862 году было? Давай ты историю знаешь. Это какой еще раз? 862 год. Что на выборах? Какой вопрос стоял? Возможно, отмена крепостного права. Не 1862, а 862. В Новгороде. В Новгороде?
Крещение Руси. Крещение Руси. Нет, от крещения еще там далековато. Ну, кто у нас в 862 году? У нас начинается история, можно так сказать, с правителей. Что у нас было? Ну, это избрание кого-то в цари. Кого-то в цари избирание, да? Ну, кого-то избирали в цари. Ну, может быть, так, но вот. Кого у нас призвали на Русь? Не? Итак, вопрос стоял о призвании варягов. Давайте мы с вами один балл уберем. У нас получается снова 5. Ну что ж, последний вопрос. Выборы в какое учреждение состоялись в марте 1906 года? Выборы в какое учреждение состоялись в марте 1906 года? У нас появилось такое учреждение, оно до сих пор находится, только оно сейчас Российская Федерация, а тогда Российская Империя. Оно по сей день есть. Ну, как вариант. Как вариант. Какое предложение? У меня нет предложения. Госдума. Количество баллов? 4. 4. Государственная дума Российской империи. Это правильно? Ну что ж, вы на что-то ответили, на что-то нет. 15 баллов вы не набрали. В любом случае, я вас благодарю за участие. Спасибо вам огромное. Смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Друзья, на сегодня это все. Но пятница через неделю обязательно настанет. И смотрите нас на телеканале Видное ТВ. Пока-пока.